Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. В республике завершились 18-е сельские спортивные игры. 18-е сельские спортивные игры. На два дня деревня Яныши превратилась в большую спортивную площадку. Более 800 участников из 21 района встретились в Чебоксарском районе. Торжественная церемония началась с интересного праздничного представления. Здесь были детсадовцы на велосипедах, школьники и, конечно же, спортсмены. Эти сельские игры, они практически уже приравниваются на уровне Российской Федерации к Олимпийским играм. По результатам 18-х сельских игр, то, что будет здесь происходить среди 16 видов спорта, будет, конечно, отобрана достойная команда Чувашской Республики. Полагаю, что судейская коллегия будет объективно судить, без подставы. Все участники приехали с большим желанием победить. К сельским играм готовились заранее. Мы являемся лидерами по поддержке и развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации. И наглядный пример главы Чувашской Республики сегодня не дает нам повода опускать планку ниже. И, конечно же, все мы сегодня и морально, и психологически готовы к новым рекордам, к новым победам. На этой площадке мастер-класс показывали косари. Казалось, дело нехитрое. Задача накосить травы как можно скорее, правда, с одной оговоркой. Косить нужно тщательно, от земли до среза не более 5 сантиметров. Данный участок 0,5 сотых – это очень маленький участок для сельских жителей. И это было совсем легко. Сильнейших выявляли и в масс-рестлинге. Его правила очень простые. Для победы спортсмену необходимо вырвать палку из рук соперника. При этом ноги упираются в доску. Поединок длится до победы в двух раундах. Для Марии Петровой победа в этом соревновании была полной неожиданностью. В такого вида соревнованиях я участвую в этом году в первый раз. Заняла второе место, чем очень сильно горжусь. Впрочем, на сельской олимпиаде были и более привычные виды спорта. Это армрестлинг, борьба на пояса, гиревой спорт, перетягивание каната и другие дисциплины. Традиционно пройдет и многоборье дойеров, механизаторов и спортивных семей. По итогам этого этапа будет сформирована сборная Чувашии. В середине июля она отправится на всероссийские сельские спортивные игры. Пройдут они в Саратовской области. Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.